Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбар. С начала года столичные спасатели потушили более 770 пожаров и загораний, на которых погибли 12 человек. Нынешняя неделя пополнила печальную статистику. Минск чрезвычайный. На пожаре в квартире по улице Бородинская бойцы МЧС спасли двух братьев. В бессознательном состоянии с ожогами 60-80% тела их доставили в больницу, где спустя двое суток они скончались. Предварительно к трагедии привела незатушенная сигарета. А вот причиной пожара в детской инфекционной больнице на улице Кубовского могло стать короткое замыкание в дезинфекционной камере. В этом случае обошлось без пострадавших. 44 человека, а из них почти половина дети, временно перебрались в соседний корпус. Вероятнее всего, короткое замыкание – причина ЧП в квартире по улице Тухачевского, где взорвался электросамокат, стоявший на подзарядке. Пострадавших нет, однако жильцам придется делать серьезный ремонт. Кроме того, из-за взрыва треснула стена со смежной квартирой. На неделе пожар произошел и в многоэтажке на проспекте Рокоссовского. Дверь в квартиру, а дым шел из окон третьего этажа, была заперта. Бойцам МЧС пришлось вскрыть замок. 49-летнюю хозяйку с отравлением продуктами горения госпитализировали. Из квартиры этажом выше были эвакуированы 10 человек. Причина пожара – курение в нетрезвом состоянии. В последнее время в Минске наблюдается тенденция к увеличению количества пожаров. Большинство возгораний происходит в жилье, а виновниками нередко становятся люди, ведущие асоциальный образ жизни. По статистике, около 55% пожаров, в которых погибли люди, произошло по их вине. На этой неделе спасатели тушили пожар и в районе улицы Рафиева. Там горела трава. Сухая ветреная погода провоцирует развитие серьезных возгораний. Чаще всего это происходит из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе прижигания сухой растительности. Помните, что палы сухой травы не приносят никакой пользы. Будьте осторожны с огнем. А еще будьте здоровы и слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.